Всех приветствую на своем канале. Вот я не нашел в интернете идеи, как правильно кипятить капканы. Там есть одно видео, но там лапником. Но в моем же случае лапника нигде. Ну, в принципе, лапник есть, но негде ставить с таким запахом, с еловым, сосновым. То есть в этих лесах леса есть, но очень мало. Я в основном охочусь на поле, и поэтому использую вот обычное сено, заготовленное для корма скота на зиму. Просто подошел за открытый, взял ведро 15-литровое, погружаю сено, кладу туда капканы, все капканы складываю свои, вот сколько там буду ставить, планирую. На этих выходных я планирую 6 капканов поставить, 6 штук их сюда плотненько укладывать, как можно плотнее, цепью со всей ерундой. Вот и все, вот так ложим плотненько. Наливаем в ведре, если видно где-то, ну так, воды, чтобы чуть-чуть скрыло, буквально там пол сантиметра этого достаточно. И несем ставить на огонь. Покажу вам дальше. Так, складываем. Вот. Просто уложены капканы тупо, сено снизу. И все, несем на огонь. Наливаем вот примерно столько воды. Это чуть-чуть язычок капкана торчит. Но это не страшно. И кипятим воду. Минут 15-20 примерно кипятим, варим капкан. Она видно уже еще не закипела, уже стала черная такая, как чай. Заварилась. Минут 20 кипятим и выносим, сливаем, достаем капканы. Все, выносим ведро и сливаем. Оно видно, черная вода, как чай прям. Хороший чай только заварился. Все, сейчас сольем воду. Вот наши капканы уже почти сухие. Сейчас достанем, будут быстро они сухие. На улице холодно, пар. Пойдем доставать. Все. Горячий. Достаем. Это мой рюкзак. Я в нем постоянно охочусь. Постоянно кипяченый, тоже провис осени, сюда барсука я его подготавливал, кипятил рюкзак вместе с капканами, вытаскиваем, они сразу же молниеносно стали сухими, видно, нету ничего, вытаскиваем, вкладываем в ящик, наш мешок, вытаскиваем все капканы, вкладываем сюда. Он видно, что мокрый, сразу на глазах прям высыхает. Вот. И все. Осталось только трава, выварившаяся. Вот она такая. Как чай стала цветом. И наш вот мешок нам просто где-то подвешиваем. Я же вешаю там дальше. На середине у меня гвоздь и подвешиваю его на стенку. Вот он, у меня гвоздь вот тут. Подвешиваю, и он так висит. И все, сейчас. Вот и все, подготовка вся, можно сказать. Капкан готовый к охоте. Сейчас как будет выходной, поеду я карасака прикармлю, поеду ставить на карасака. Будем пробовать. Время уже ближе к Новому году, уже пора охотиться. А то и до этого леса была поймана и она плохого качества, можно так сказать. Рано еще. Вот сейчас надо пробовать начинать опять по новой. Ну и все, всем пока. Подписывайтесь, смотрите, будет охота на корсак.